Мамочка мне сегодня звонила. Че? Ну пойдем, я тебя провожу. Нет, да расскажи сейчас при мне. Или че? Да че, сижу с мамой, разговариваю по громкой связи, Аня рядом, с мамой разговариваю, и в моменте Аня мне пишет на телефоне: передай привет. Так она мне потому что передает это привет, а я как будто какая-то наглушка. Вот. Наклёшка. И в моменте Аня начинает говорить что-то. Начинает говорить и говорит: у вас такой милый голос. И мама говорит: у тебя тоже такой милый голос. Приезжайте к нам вдвоем обязательно, приезжайте. Не, реально, мама вообще просто божий одуванчик такой. Блин. Ну, все, кто слышит голос моей мамы, говорят, что это божий одуванчик. Но он по факту и самый добрый человек на планете. Все, давай, пока. Чат, пока. Хорошего вам стрима. Пойдем, я тебе провожу просто.